Давным-давно, или лучше, жили-были, так начинаются сказки. Я Светлана Куксхаус, а это мой друг Мышонок Спиненок. Мы расскажем вам сказки без всякой прикраски о разных чудесах и заветных мечтах. Волшебная дверь открывается, и сказка начинается. Здрасте, мои милые ребята, мои юные друзья. Сегодня сказку в гости я зову не во сне, а наяву. Заходите, посмотрите и добро пожаловать на мой канал. Я Светлана Куксхаус, а это мой помощник Ди Шлюма-Маус. Мышонок-спиненок, по-русски его зовут. Он там, где сказка, тут как тут. Мы вам расскажем, как сказка играет словами. Как звезды блестят под небесами. Как деревья в сказочном лесу плачут и смеются. И как звери. К нашему удивлению, говорят, как люди, по волшебному велению. Мы расскажем, как Баба-Яга летает в ступе. И что дурачки в сказках далеко не глупы. Что было, что не было, и что прибрело. А самое главное, что добро всегда побеждает зло. Пока, до свидания. Увидимся скоро, и новая сказка к нам в гости придет снова.